суставная дыхательная оздоровительная гимнастика, но вы не знаете, где она, куда идти. Надо идти к мастерам кунг-фу. В 16 веке, а мы демонстрируем технику 16 века, не было больниц, не было аптеки, не было поликлиники в понятии сегодняшнем. Все шли к мастеру кунг-фу. Это одна из основных на 90% задач мастеров кунг-фу. Так как шоу и кинематограф привлек внимание к кунг-фу как боевым искусствам, то большинство людей выросло такое мнение, что это только боевое искусство. Боевое искусство только 10%. Из всех занимающихся у нас 3-5% занимаются боевыми искусствами. Это люди-воины, телохранители. Это не соревновательный нит. Невозможно, к примеру, соревнования. Это не шоу, не медали, не перчатки, не обмунирование. То есть бой должен закончиться, только начинается.